Hi everyone, happy holidays! Today we have a look at the Christmas hotel and airport vocabulary. This time I have a scene from Four Christmases. And before we start, just let me know, how do you celebrate Christmas and New Year? Don't forget to hit subscribe so you won't miss any videos. So let's get started. Из-за сильного тумана вылет вашего самолета отменен. Единственное, что я могу, отправить вас на Фиджи первым же рейсом, но только завтра, хорошо? Нет, завтра нам не подходит. Сегодня у нас совместный массаж. К сожалению, но не я напустил туман. Я стараюсь помочь. В моих возможностях предоставить вам номер люкс в Рэдисон. Великолепные условия. В двух шагах от аэропорта. Вы предоставляете нам номер в Рэдисон, любимая, ты слышала его? Большое вам спасибо. А вы могли бы заказать ужин в Ростиксе из Макдональдса, принести десерт? Брэд. Я теперь стану чаще пропускать самолеты, раз вы предоставляете услуги по высшему разряду. Обалдеть, еду спать в Рэдисон. Знаешь, что это нам не поможет, Брэд. У вашей компании есть какой-нибудь дочерний филиал, который мог бы нас отправить? Нет, извините. Филиал Кузен. Есть филиал Кузен? А может, у вашей авиаконторы есть филиал «Любовник»? Федеральное авиационное управление из-за тумана запретило все полеты. Самолеты не взлетают и не приземляются, и так целый день по меньшей мере. А сейчас давайте посмотрим, как путешественники справляются с этой ситуацией. Вот здесь одна пара. Простите, сэр, извините. Куда вы отправляетесь на Рождество? Ответьте, пожалуйста. Ну, говорите же, говорите. Ну-ну. Вы определенно одеты как отпускник. Мы ехали, потом мы собирались. Так мы путешествуем. И потом мы отправляемся в путешествие по разным местам. Он хочет сказать, мы всегда планируем путешествие. Так каждый год мы проводим Рождество. Из-за сильного тумана вылет вашего самолета отменен. Из-за сильного тумана вылет вашего самолета отменен. Из-за сильного тумана вылет вашего самолета отменен. Единственное, что я могу, отправить вас на Фиджи первым же рейсом, но только завтра. Единственное, что я могу, отправить вас на Фиджи первым же рейсом, но только завтра. Единственное, что я могу, отправить вас на Фиджи первым же рейсом, но только завтра. Хорошо? Нет. Хорошо? Хорошо? Завтра нам не подходит. Сегодня у нас совместный массаж. Нет. Завтра нам не подходит. Сегодня у нас совместный массаж. Нет, завтра нам не подходит. Сегодня у нас совместный массаж. Сожалею, но не я напустил туман. Я стараюсь помочь. Сожалею, но не я напустил туман. Я стараюсь помочь. Сожалею, но не я напустил туман. Я стараюсь помочь. В моих возможностях предоставить вам номер люкс в Рэдисон. В моих возможностях предоставить вам номер люкс в Рэдисон. В моих возможностях предоставить вам номер люкс в Рэдисон. Великолепные условия. В двух шагах от аэропорта. Великолепные условия в двух шагах от аэропорта. Великолепные условия в двух шагах от аэропорта. Вы предоставляете нам номер в Рэдисон, любимая, ты слышала его? Большое вам спасибо. Вы предоставляете нам номер в Рэдисон, любимая, ты
слышала его. Большое вам спасибо. Вы предоставляете нам номер в Редисон? Любимая, ты слышала его? Большое вам спасибо. In this context, большое вам спасибо, which is thank you so much, implies sarcasm. So it is translated as that's terrific. Спасибо. А вы могли бы заказать ужин в Ростиксе из Макдональдса, принести десерт? А вы могли бы заказать ужин в Ростиксе из Макдональдса, принести десерт? А вы могли бы заказать ужин в Ростиксе из Макдональдса, принести десерт? Я теперь стану чаще пропускать самолеты, раз вы предоставляете услуги по высшему разряду. Я теперь стану чаще пропускать самолеты, раз вы предоставляете услуги по высшему разряду. Я теперь стану чаще пропускать самолеты, раз вы предоставляете услуги по высшему разряду. Обалдеть, еду спать в Редисон. Брэд, перестань. Обалдеть, еду спать в Редисон. Брэд, перестань. Обалдеть, еду спать в Редисон. То это нам не поможет, Брэд. Ты знаешь, что это нам не поможет, Брэд. Ты знаешь, что это нам не поможет, Брэд. У вашей компании есть какой-нибудь дочерний филиал, который мог бы нас отправить? У вашей компании есть какой-нибудь дочерний филиал, который мог бы нас отправить? У вашей компании есть какой-нибудь дочерний филиал, который мог бы нас отправить? Нет, извините. Филиал Кузен. Есть филиал Кузен? Нет, извините. Филиал Кузен. Есть филиал Кузен? Нет, извините. Филиал Кузен. Есть филиал Кузен? А может, у вашей авиаконторы есть филиал Любовник? А может, у вашей авиаконторы есть филиал Любовник? А может, у вашей авиаконторы есть филиал «Любовник»? Федеральное авиационное управление из-за тумана запретило все полеты. Федеральное авиационное управление из-за тумана запретило все полеты. Федеральное авиационное управление из-за тумана запретило все полеты. Самолеты не взлетают и не приземляются, и так целый день по меньшей мере. Самолеты не взлетают и не приземляются, и так целый день по меньшей мере. Самолеты не взлетают и не приземляются, и так целый день по меньшей мере. А сейчас давайте посмотрим, как путешественники справляются с этой ситуацией. А сейчас давайте посмотрим, как путешественники справляются с этой ситуацией. А сейчас давайте посмотрим, как путешественники справляются с этой ситуацией. Вот здесь одна пара. Вот здесь одна пара. Вот здесь одна пара. Простите, сэр. Простите. Сэр, извините. Простите, сэр, извините. Сэр, извините. Куда вы отправляетесь на Рождество? Ответьте, пожалуйста. Куда вы отправляетесь на Рождество? Ответьте, пожалуйста. Куда вы отправляетесь на Рождество? Ответьте, пожалуйста. Ну, говорите же, говорите. Ну-ну. Ну. Говорите же, говорите, ну. Ну, говорите же, говорите, ну. Вы определенно одеты как отпускник. Вы
определенно одеты как отпускник. Вы определенно одеты как отпускник. Мы ехали, потом мы собирались. Так мы путешествуем. Мы ехали, потом мы собирались. Так мы путешествуем. Мы ехали, потом мы собирались. Так мы путешествуем. И потом мы отправляемся в путешествие по разным местам. И потом мы отправляемся в путешествие по разным местам. И потом мы отправляемся в путешествие по разным местам. Он хочет сказать, мы всегда планируем путешествие. Он хочет сказать, мы всегда планируем путешествие. Он хочет сказать, мы всегда планируем путешествие. Так каждый год мы проводим Рождество. Так каждый год мы проводим Рождество. Так каждый год мы проводим Рождество. Поймите, это не наша вина. Из-за сильного тумана вылет вашего самолета отменен. Единственное, что я могу, отправить вас на Фиджи первым же рейсом, но только завтра. Хорошо? Нет, завтра нам не подходит. Сегодня у нас совместный массаж. Сожалею, но не я напустил туман. Я стараюсь помочь. В моих возможностях предоставить вам номер люкс в Рэдисон. Великолепные условия. В двух шагах от аэропорта. Вы предоставляете нам номер в Рэдисон, любимая, ты слышала его? Большое вам спасибо. А вы могли бы заказать ужин в Ростиксе из Макдональдса, принести десерт? Брэд. Я теперь стану чаще пропускать самолеты, раз вы предоставляете услуги по высшему Брэд. Разряду. Обалдеть, перестань. Еду спать в Рэдисон. Знаешь, что это нам не поможет, Брэд. У вашей компании есть какой-нибудь дочерний филиал, который мог бы нас отправить? Нет, извините. Филиал Кузан. Есть филиал Кузан? А может, у вашей авиаконторы есть филиал Любовник? Федеральное авиационное управление из-за тумана запретило все полеты. Самолеты не взлетают и не приземляются. И так целый день по меньшей мере. А сейчас давайте посмотрим, как путешественники справляются с этой ситуацией. Вот здесь одна пара. Простите, сэр, извините. Куда вы отправляетесь на Рождество? Ответьте, пожалуйста. Ну, говорите же, говорите. Ну-ну. Вы определенно одеты как отпускник. Мы ехали, потом мы собирались. Так мы путешествуем. И потом мы отправляемся в путешествие по разным местам. Он хочет сказать, мы всегда планируем путешествия. Так каждый год мы проводим Рождество.